верный, спаси, блажен души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше, святые, посети и среди мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, небеси на небесе, возвети семя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на небесе, на земле, хлеб наш насущный наш нам есть. И оставь нам долги наши, и пусть мы оставляем долги наши. И не веди нас в искушение, но избави нас от греха. Я бы Твоей старствой силой славы, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого по ответа не доумеешь. Сию те молитвы, как владыцы грешные, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тебя уповав, не прогневайся над землей. И же помяни беззаконие наше, под презренный не яко благотрог. И избави нас от врагов наших, Ты бы сего, живой люди Твои. Все дела Твои Твои пресвятые. И присно во веки веков, помилуй. Милосердие, двери отверзи нам. И о Господине Высокопреосвященнейшем, митрополите Германе, и о Господине нашем Преосвященнейшем, Митрике Пересе, честнее Пресвительстве у Христия Курсле, о всем притче люди, Господу помолимся. Господи, помолимся. Бога, храни мне и стране нашей, на всех и воинстве я, Господу помолимся. Господи, помолимся. Освяти обители сей, всяком граде стране, веру живущих в ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздухов, изобилие плодов земных, временных, мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недолгующих, страдающих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Улыбайтесь нам от всякой скорби и мои нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную славу и владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предадим. Благослови, Господи, и 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 благослови, Господи,
таки миром Господу помолимся.
просвети виноград сей, и утверди их, его же насади, десница твоя. Я не знаю, как это будет, если я не знаю, как это будет.
почившие мученики и исповедники за веру православную Отечество Российское, приемшие до поминения, всегда ныне пресно и во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, монашеский, иноческий чин, весь причет церковный. Братья, святые обители сия, паству Урюпинскую и Новоаннинскую, вас и всех православных христиан, да поминеет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Благодарю.
Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога, и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Сыне Божий, причастником меня прими. Не по врагом твоим
им тайну повем. Не мудрая добрые тайну повем. Не лобзание кидам яко и мудро. Не лобзание кидам яко и мудро. Яко разбойника споведую тебя. Но яко разбойника споведую тебя. Помяни мя, Господи, во царстве Твоем. Помяни мя, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение. Да не в суд или в осуждение. Будет мне причащение. Будет мне причащение. Святых Твоих таин в Господе. Святых Твоих таин в Господе. Новое исцеление души и тела. Аминь. Новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться можно только после исповеди натощак, предварительно прочитав каноны молитвы ко святому причащению. Кто так подготовился, приступайте к святому причащению. Yeah.
святя, Господи, освящая на Тебя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохрани и освяти любящие благолепие Дома Твоего, и тех воспрослави Божественной Твоей силою, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир нервы Твоему дару, церковью, священникам, воинству, и всем людям Твоим, яко всякое даяние благу, и всяк дар свыше, исходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе слава и благодарение, поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому, во веки веков. Подавая обители сей и всякому граду и стране,
обилие благ земных, да сотворит нам дни блажи и безмятежны, да оградит миром Церковь свою святую и расстоящая для сильник той, яко благ Господь, долготерпелив и многомилостив, и от сия твари с Отцем и Святым Духом славимый во веки веков. Братья и святые, обвинители, Сеньор, по крайней мере,
хотя бы говорить, что мы вот у Господа просим, а он нам не дает, а потому что Бог этого нельзя. Потому что мы возьмем его, а дар этого не удержим. Ведь чудо совершается не ради чуда, а чудо совершается ради того, чтобы человек уверовал и шел за Господом и Иисусом Христом. Вот в чем дело. Это значит, вы, дорогие мои, должны каждое воскресенье приходить в храм Божий, молиться, так же, да? Исповедоваться, причащаться как можно чаще. Вот из сегодняшних стоящих, предстоящих вот, крещенных людей причащалось меньше 1/3 человек. Это о чем говорить, да? О том, что вот о нашем таком следовании за Господом Иисусом Христом. Но когда мы будем с вами после явленного нам чуда, мы знаем, что чудо с нами произошло, но мы знаем с вами прекрасно, оно происходит, когда мы будем следовать за Христом и идти дальше, вот тогда это чудо будет явить, конечно, конечную цель. Мы с вами идем за Господом и Иисусом Христом. Мы знаем много случаев, это описывается, когда мамочка просила Господа: «Господи, исцели моего сыночка!» Ей было сказано: «Ты не знаешь, чем он вырастет. Он умирает, он маленький, ты не знаешь, чем он вырастет». Сыночек вырос злодеем, она умолила Бога. Она потом желала смерти своему сыну и жалела о том, что он еще тогда был маленьким, в то время Господь его не забрал. Поэтому, когда что с нами Господь совершает, это все совершается к чему? К нашему с вами спасению. Мы об этом должны знать. И посылаются нам всякие болезни, испытания. Ведь Господь может нас с вами исцелить, моментом исцелить. Но Он знает, что как Он нас исцелит, мы не будем верующими людьми. Мы отойдем от Него. Он хочет, чтобы мы с вами продолжали, чтобы к Нему прибегать, к Его молитве. И когда Он увидит, что мы с вами укреплены в вере, то после своей просьбы, и когда Он нам поможет, мы с вами останемся к Нему преданными и пойдем за Ним. Не будем кричать: «Меня Господь исцелил», а за Ним не пойдем. А когда Он увидит, что мы к этому готовы, тогда Он нам обязательно подаст просимое. Есть замечательная французская пословица, вот мне ее часто приходится повторять: все хорошее приходит вовремя, но только попозже. Вот она относится к нам с вами, потому что мы все с вами торопливы. Быстрее. Дай нам то, Господь, дай нам это, дай нам то. Вот мы же, мой же талант, забывая, что какой мой талант, у меня ничего нету. У меня может мгновенно все подняться. Заболею я сейчас. Садучая болезнь меня вот сейчас ударит, да? Или так меня болезненно так разобьет параличом, что я и пальцем пошевелить не могу. Куда денется мой разум? Куда денется моя предприимчивость? Куда денется то, что у меня есть, мои таланты? Никуда. Они останутся с тобой, с больным человеком. Поэтому мы с вами должны, дорогие мои, именно просить Господа постоянно, молиться Ему, следовать за Ним. Поэтому тогда у нас все будет в жизни совершаться лучшим. Оставить наши такие лукавые изыскания, правильно это, неправильно, почему он так не делает, почему кому-то помогает.